Доброго времени суток, дорогие партнеры и гости нашей сегодняшней встречи. Я попрошу вас написать мне, как меня слышно, исходя из десятибалльной системы. Подскажите, пожалуйста, громко или тихо? Отлично. Все, спасибо вам большое, и мы начинаем. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Елена Гирь. Я являюсь платиновым директором международной корпорации GEM4Me. И сегодня моя задача на этой встрече – рассказать вам, дать информацию, которая, возможно, абсолютно поменяет кардинально вашу жизнь, которая сможет вам улучшить ваше финансовое состояние. А кто серьезно к нашей информации отнесется, я думаю, он сможет создать даже фамильный капитал благодаря нашему проекту. Сегодня вы узнаете действительно очень интересные вещи, как создать и увеличить свой капитал на самом высокодоходном рынке информационных технологий. Мы сегодня с вами будем говорить о сверхприбыли, об очень высоких доходах, о новом источнике дохода, который недоступен сегодня огромному количеству людей. Но благодаря сегодняшней информации вы это узнаете и, я думаю, что обязательно примените в своей жизни и получите очень большую прибыль, используя эту информацию. Итак, мы приступаем, друзья. Вот здесь вы видите на слайде человека Роберта Киосаки, всем известного миллиардера, который однажды сказал: «Видеть то, чего не замечают другие, это универсальный ключ к успеху». То есть, наверное, если мы говорим с вами о сверхприбыли, то в обычной жизни, наверное, сверхприбыль никто не получает. Почему? Да просто потому, что вообще, тот, кто получает сверхприбыль, это не значит, что он очень много работает. Это значит, что он видит то, чего не видят другие в трендовых рынках, в рынках растущих, которые только-только зарождаются, и пока единицы пользуются тем товаром, который продвигается на этом рынке. Но когда пользователями этого товара становятся абсолютно все люди в мире, то и рынок отработан, то уже там не получить, конечно, никакую сверхприбыль. Давайте, чтобы вам понятно меня было, я покажу вам такой слайд, где мы видим с вами различные революции технологические, которые как раз приносили кому-то, я бы назвала это единицам людей, взрывные доходы. А основная масса людей просто была пользователями этих товаров или услуг. Помните, мы все с вами, когда персональные компьютеры появились, были еще и у единиц. Кто-то видел, что можно сюда вложить деньги, но большинство просто стало пользователями и не заработало ничего на этом рынке. Точно так же было и с революцией интернета, когда абсолютно сегодня у каждого есть интернет, но заработали, когда он был в тренде, только единицы. Мы с вами все помним, когда у единиц людей были сотовые телефоны, и кто-то в этот момент, увидев, что это будет у каждого, вложил в этот бизнес деньги. Но опять не мы с вами, и большинство людей просто стали пользователями этой сотовой связи, и сегодня кто-то богатеет на этом, а мы с вами просто кому-то посылаем каждый месяц или неделю денежки за пользование телефонами сотовой связи. Точно так же и революция социальных сетей прошла мимо нас. Почему? Потому что на самом деле кто-то, увидев в этом для себя большую прибыль, вкладывался в этот рынок, ну, а большинство все-таки стали просто пользователями социальных сетей. И вот сегодня на рынке два тренда. Это революция мессенджеров. Мы все с вами видим, что большинство людей уже перешли с кнопочных телефонов на смартфоны и айфоны. И, естественно, пользуются различными приложениями мобильными для общения, бесплатными программами, которые называются мессенджерами, кто не знает. Вот. Но за этим стоит очень большой рынок, он развивается очень бурно. И он приносит большую прибыль. И наша компания, увидев этот рынок, решила предложить каждому, кто захочет, оказаться на этом рынке и получить сверхприбыль. Об этом у нас сегодня пойдет с вами речь. Ну и, конечно, революция блокчейн и криптовалют сегодня. Нельзя не заметить эту революцию. Сегодня все, кому не лень, уже покупают криптовалюту, и многие торгуют уже ей, и этот процесс нарастает по всему миру. И наша компания решила тоже не проходить мимо таких возможностей. И сегодня мы с вами тоже узнаем о том, как компания нам уже помогает сегодня зарабатывать на этом рынке.
Итак, давайте посмотрим, а что это нам дает. Вот здесь на этом слайде мы с вами видим знакомые нам иконки знакомых приложений мобильных, мессенджеров. И многие даже не знают, что на самом деле это очень сверхприбыльный рынок, просто миллиардный рынок, и все-таки он сегодня в тренде. Смотрите, вот мы все с вами пользуемся этими приложениями, а мало кто знает, что это ценный товар и на рынке после создания и раскрутки этих приложений, когда пик популярности достигает, там, скажем, несколько десятков миллионов пользователей или даже сотен миллионов пользователей, эти приложения продаются разработчиками и за очень большие деньги. Нижняя строчка под иконками, мы видим цена этого приложения, стоимость его, за которую оно было продано. Viber 0,9 миллиарда долларов, Skype 8,5 миллиардов долларов, WhatsApp 21,8 миллиардов долларов. Друзья, это просто баснословные суммы денег, которые пошли в чей-то карман. Но к кому они пошли? Давайте разберемся. На самом деле, казалось бы, они должны пойти тем, кто создавал это, программистам. Новые, умные, талантливые ребята, вот здесь вы видите на этом слайде внизу фотографии этих ребят, которые создавали подобные вот эти мессенджеры, они получили только от этих сумм прибыли 10, очень редко, когда 20%. Я знаю, вайберовцы получили вообще 7%. Представляете, кому же идет вся основная масса прибыли? Оказывается, она идет в карман инвесторов, потому что для того, чтобы создать какое-то приложение, оно создается несколько лет, нужны инвестиции. Это затратные финансовые проекты, и поэтому в создании их. Поэтому, конечно, привлекаются очень богатые люди с очень большими деньгами. И суммы составляют порой несколько, не только сотен тысяч долларов, но и несколько миллионов и даже десятков миллионов долларов инвестиций. И на этом слайде вы видите как раз тех людей, которые вкладывали деньги в такие венчурные проекты, которые были на тот момент еще неизвестны большинству людей. Но именно поэтому они и получили огромные доходы. Помните, мы с вами говорили, что надо успеть именно в тот рынок, пока он в тренде, пока мало кто об этом знает, вкладываться в такие проекты, и эти люди всегда выигрывают. Итак, вот здесь мне хочется ваше внимание обратить на нижнюю картинку. Это человек Джим Гетц. Да, он инвестором был мессенджера WhatsApp. Он вложил туда 60 миллионов долларов, друзья. И вот вовремя вложенные эти деньги принесли ему 3 миллиарда дохода. И это составило 5000% доходности. Представляете, 5000%. Где мы с вами в обычных условиях можем получать такие проценты? Томас Алберг, вот выше вы видите, он вложил в онлайн-магазин Amazon 26000% доходности. А Майк Маркула заработал выше, самая верхняя картинка, посмотрите, 61 тысячу с лишним процентов доходности. Друзья, это действительно рынок таких инвестиций приносит баснословные прибыли тем, кто инвестирует. А как вы думаете, могли бы мы с вами сегодня быть интересными в качестве инвесторов тому же Вайберу или WhatsApp? Вас кто-нибудь приглашал когда-нибудь стать инвесторами? Нет. Почему? Да потому что у нас нет с вами таких денег, огромных денег, сотен тысяч или миллионов долларов, которые вкладывали эти люди. Поэтому этот рынок для нас как параллельный мир. Обычно я так говорю, потому что на самом деле многие даже об этом и не знают и не стремятся на него, естественно, попасть, потому что просто нет денег. Почему мы сегодня говорим об этом рынке? Вы скажете, ну ладно, не вложились, получили большие деньги, а мне-то что с этого? Так вот, друзья, приятная новость. Сегодня каждый из вас может оказаться в роли этих богатых людей. Представляете, каждый из вас может профинансировать сегодня новый международный мессенджер, который создает наша компания. Впервые, внимание, никогда такого не было, впервые создается мессенджер, который может профинансировать, проинвестировав в него любой человек, от студента до пенсионера, рабочего или служащего, там, предпринимателя, неважно, любой человек сегодня может оказаться инвестором этого приложения и получить долю от прибыли при продаже. И вот как раз сегодня я буду рассказывать вам о том, что мы создаем, наша компания, она создает новое, уникальное
мобильное приложение, которое называется Gem4Me. Мне очень нравится это название, потому что если его перевести, это получается «Бриллиант для меня». Ребята, это очень романтическое название, и на самом деле бриллиант, он всегда имеет очень много граней. И вот мы создаем даже не просто мессенджер, мы создаем целую экосистему. Я вам сейчас попозже об этом расскажу, но чтобы вы знали, что народный – это то, что создается народом, это то, что финансируется народом, обычными людьми, не богатыми, сверхбогатыми людьми, а обычными людьми. Мы с вами можем сегодня поучаствовать в этом проекте и, вложив свою небольшую сумму денег, получить такие же прибыли, с такими же процентами, как только что я перечисляла вам инвесторов. Итак, давайте посмотрим, что сегодня нам дает этот мессенджер или даст нам этот мессенджер, какие новые возможности. Для того, чтобы понять, что такое новый мессенджер Gem4Me, сразу вам скажу, что он начал свое развитие с 2014 года. В 2015 году к нам подключились разработчики Viber, и сегодня это готовый продукт. Он уже скачивается в более чем 60, даже 80, наверное, уже стран мира, потому что на самом деле нет ни материков, ни стран, где не скачивается это приложение. И на сегодняшний день больше 5 миллионов уже пользователей этого приложения. Это практически готовый продукт. Мы на стадии завершения. И, естественно, он имеет весь базовый функционал, который сегодня нам представляют популярные приложения. Точно такой же базовый функционал премиум-класса. То есть эти голосовые сообщения, голосовая связь и передача любых, абсолютно любого типа файлов, изображений, аудио и видеофайлов и так далее. То есть абсолютно все, что есть и в Viber, и в WhatsApp, и в других приложениях. Но у нас уже есть уникальные особенности, которых нет в тех приложениях, которыми мы привыкли пользоваться и которые любим. Смотрите, это, во-первых, полная безопасность переписки. На сервере не хранится информация. Второе, это очень серьезная экономия батареи, заряда батареи по сравнению с другими мессенджерами. Более чем 10 раз садит батарею меньше. Согласитесь, друзья, это для многих пользователей классно. Здесь есть возможность редактировать 24 часа после отправки сообщения. Это очень круто, потому что в других приложениях это отсутствует. Вот, например, редактирование возможно, например, в Skype, и то только час, да? Вот. Есть групповые паблик-чаты без ограничения количества пользователей. Это очень круто, потому что может хоть несколько миллионов пользователей заходить и читать наши чаты. И сам человек может буквально за 5 минут создать свой паблик-чат и размещать все, что угодно. И очень интересная функция, которая была сделана недавно, и которая очень нравится абсолютно большинству людей, которые любят сразу общаться группами, да, если мы с вами знаем, в Skype всего 25 человек может в конференц-колле присутствовать, в таком разговорном чате, то у нас 64 участника. Сегодня наш мессенджер, он может быть скачан любым человеком, естественно, бесплатно, и в андроидах, и в айфонах, и есть веб-версия для компьютеров и ноутбуков. Так что, друзья, пожалуйста, можете скачивать, пользоваться, и в ближайших планах у разработчиков это финансовый плагин для бесплатных мгновенных переводов между пользователями, денежная финансовая система, это мини-социальная сеть, рекламные площадки, сгораемые сообщения, что очень многие ждут, да, это очень интересная тема, видеочаты и встроенный онлайн-переводчик. Друзья, это вообще очень круто, вы звоните в Японию, и он слышит или видит, что вы пишете, или что вы говорите, сразу на своем родном языке. Вот что сегодня в ближайших планах. Но я хочу сразу сказать, что это основные характеристики. Но я же вам недавно говорила, что для того, чтобы быть интересным пользователем, чтобы весь мир захотел пользоваться нашим приложением, естественно, разработчики сегодня создают такие функционалы, такие сервисы, которые понравятся абсолютно всем. Ну, во-первых, несколько месяцев наши разработчики делали бот-платформу. Что это такое? Это возможность с помощью ботов, они наши помощники, это информационные роботы, которые нам будут помогать абсолютно во всех функциях нашего мессенджера оказывать помощь. То есть бот-платформа, она позволяет вообще вести мессенджер любое количество сторонних сервисов. От прогноза погоды до покупки пиццы на любой сервис
в интернете вы можете выйти через нашу бот-платформу. Marketplace. Вот мы подробнее сегодня остановимся на этой теме. Что это такое? Это международный супермаркет. Это торговый мир, это огромное количество, море сотен тысяч магазинов по всему миру. Однажды будет в нашем маркетплейсе, он даже называется сегодня Market Space. Это возможность любому предпринимателю, вот просто услышьте меня, любой, если вы торгуете сегодня чем-то, вы выкладываете свой товар абсолютно бесплатно, и его видит весь мир, представляете? Мы, как покупатели, с вами очень быстро, с помощью ботов, опять же, сможем найти любую покупку легко и быстро, не тратя огромное количество времени. Я чуть-чуть попозже подробнее об этом расскажу. Ну и, конечно, какой покупки могут быть без финансовых сервисов, да? То есть в нашем месседже сегодня создается удобный кошелек, умный кошелек, смарт-кошелек, смарт-валет, для того, чтобы осуществлять любые финансовые операции, чтобы покупать какие-то покупки или осуществлять продажи, переводы денег и операции даже с криптовалютами. Представляете? Так что у нас строятся такие сейчас, создаются разработчиками функционалы, которых в мире ни в одном мессенджере нет. И давайте сейчас мы посмотрим, а что же это за функционалы? Я сейчас хочу немножко рассказать вам о маркетспейсе, что это за торговый мир, что это за международный супермаркет, где любой человек буквально очень быстро будет находить все, что ему надо. И, конечно, о смарт-кошельке. Вот смотрите, сегодня все больше клиенты уходят туда, где они получают больше, в мессенджеры. Ведь мессенджер сегодня может одновременно быть не только инструментом приватного общения, но и социальной сетью, интернет-кошельком, и маркетплейсом, и сайтом знакомств, и переводчиком, и еще многим-многим другим. Так вот, сегодня, оказывается, друзья, ни одного мессенджера нет, который полностью соответствует тому, что хотят пользователи. И посмотрите, что они хотят, давайте подумаем. Во-первых, простую удобную платформу для безопасной торговли. Возможность бесплатно и быстро создавать свой личный магазин, маркет, да? Иметь защищенный кошелек, в котором не страшно хранить деньги. Иметь возможность оплачивать свои покупки. И не только в земных деньгах, да, в разной валюте, фиат, так называемый, это земные деньги, но и в криптовалюте. Где-нибудь вы сегодня видели, в интернет-магазинах в криптовалюте оплачивается? Нет. А мы сегодня это предлагаем. И тем более напрямую общаться с продавцом и другими покупателями. И участвовать в программах лояльности, получать даже микрокредитование на быстрые покупки. И видеть рейтинг надежности продавца. И самое главное, что ваши деньги будут защищены блокчейн-технологиями. Вот все, что я перечислила, это мы сегодня создаем, друзья. И в этом году эти разработки будут закончены. И, естественно, мы собираемся наше приложение тоже однажды продать. И вот сегодня наш MarketSpace, а это еще раз повторюсь, крупнейшая торговая площадка, на которой любой может что угодно продавать и то, что угодно хочет покупать. Мы сегодня не создаем, не изобретаем велосипед, я бы так сказала, наши разработчики. Сегодня наш мессенджер по аналогу создается очень крупного такого приложения, мессенджера китайского, WeChat он называется. Может, кто-то слышал, может, нет, но этот китайский WeChat сегодня, он действительно привлекает огромное количество китайцев. Они пользуются этим приложением, и в нем они как раз и тоже делают покупки в маркетах, они проводят банковские операции, даже в игры играют и находят локальные тусовки, они бронируют визиты к врачу или оставляют заявление в полицию, заказывают такси, проводят видеоконференции, даже государственные СМИ и правительственные агентства в этом приложении имеют официальные аккаунты, через которые могут держать связь с пользователями. Вот мы создаем тоже подобного рода MarketSpace, то есть подобного рода WeChat, только мирового масштаба. Представляете, только современнее. В чем современность? Представляете, вот этот китайский WeChat, его пользуют только китайцы и только на китайскую валюту. Мы же сегодня создаем наш MarketSpace, он даже не Place называется, торговое место, а именно Space, торговый мир. Почему? Потому что он будет работать
во всех странах мира, на все, ну, на всех валютах будет. И в том числе вы можете любые покупки совершать в криптовалюте. Друзья, это просто бомба на рынке. Посмотрите, сегодня мы используем бот-платформу. Это уникальнейшая бот-платформа, которая позволит, я уже сказала, делать любые покупки и отвечать на все вопросы бот. То есть вы просто заходите, определяете, какие параметры вам нужны, нужные покупки, и вас бот подводит к тем продавцам, которые обладают этими параметрами. Смотрите, как здорово. Вы не тратите огромное количество времени на то, чтобы найти что-то нужное, да, себе. Блокчейн-технологии нам позволят в нашем кошельке хранить деньги, переводить, вводить деньги, выводить деньги, опять же, любые валюты земные и в том числе и криптовалюту. Представляете, как это здорово. И все это надежно благодаря технологиям блокчейн. Все финансовые операции надежны. Что еще? Искусственный интеллект, он нам поможет с вами именно получать ту информацию, которая нам нужна, и он сможет легко и быстро создавать вот эти маркеты. Где вы видели искусственный интеллект мессенджера? Давайте возьмем WhatsApp или Viber. Я когда смотрю на это и на наш мессенджер, я сравниваю и думаю, мы создаем нечто такое, что вообще просто привлечет весь мир сюда. Каждому это интересно. И тем, кто покупает, и тем, кто продает. Потому что они в лице наших пользователей найдут, предприниматели, огромное количество своих клиентов. Ну и, конечно, сегодня у нас есть продвинутые финансовые сервисы. Это кэшбэк, шаринг платежа, это безопасные покупки во внешних сервисах, то есть новые возможности на базе блокчейна. Сегодня, конечно, то, что мы создаем, привлекло очень много внимания уже тех, кто хочет торговать на наших площадках. Уже прислано 200 маркетов, создается уже желающих уже. Недавно мы только-только открыли сайт этот, и началась тестовая версия этого маркетспейса, и уже пошли желающие продвигать свои товары на наших торговых площадках, друзья. Это здорово. Хочу несколько слов сказать о том, что еще компания делает для того, чтобы быстрее продать приложение. Мы с вами знаем, что на самом деле вообще в мире сегодня появились новые способы привлечения денег для разработок каких-то стартапов, каких-то новых проектов. И эти ICO, так называемые ICO, это как раз форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты, она сегодня охватила огромное количество участников. Очень много компаний под проект, под идею привлекают деньги и при этом их выпускают свои акции, электронные акции. Это аналог IPO, но называется ICO, электронные акции выпускаются. И вот сегодня компания, увидев такой способ привлечения, наша компания, она решила, почему бы нам тоже не выйти с таким уникальным продуктом, как MarketSpace, на ICO. И мы действительно сегодня уже стартовали. Я сейчас покажу вам, сколько мы собрали, а мы собираем и инвестируем деньги, как вы поняли, методом народных инвестиций, так называемым краудинвестингом. И сегодня, вот вы видите здесь на слайде, мы собрали за 14, 15, 16, 17 годы, за 18 еще не было статистики, 24 примерно миллиона долларов, друзья. А вот те, кто выходит на ICO, это за 3 года, даже за 4 практически, да? А те, кто выходит на ICO, они привлекают за короткий период времени, за час, даже за минуты, за секунды, но иногда за месяц, за несколько месяцев. Посмотрите, какие суммы денег. Проект EOS, 170 миллионов долларов привлек за первые 5 дней, друзья. Всего 406 миллионов. Представляете? Это просто проекты, их еще не видел свет, у нас готовый продукт, мессенджер, представляете, он уже работает, вы им можете пользоваться, а это просто проекты и привлекают, например, проект Банкор за 3 часа собрал 79,3 миллиона долларов, за неделю 30 миллионов проект Story и так далее, то есть вы видите, проект Статус 100 миллионов, то есть сегодня это очень популярное явление, и мы решили не проходить мимо этого явления, и компания очень долго готовилась старту этого ICO. И на самом деле, ура, 10 мая мы стартовали, открытие ICO состоялось. Сейчас пока происходит, проходит закрытый пресейл, графики этого
ICO. Вы можете все это найти в наших сайтах. Я не буду на этом останавливаться, но я всех поздравляю, друзья, потому что мы сегодня выпустили собственные акции, электронные акции, они называются Gemmy Coins по названию нашего приложения, и сегодня этот ICO нам принесет огромные деньги, которые мы, конечно, пустим быстрее в разработки, в рекламу, чтобы ускорить процесс продажи нашего приложения. Кто создает, я уже сказала, нас создают разработчики, которые создали Viber. Это компания Synesis. Из ее недр как раз был продан, создан и продан был Viber. В 2014 году 0,9 миллиардов, мы уже с вами это видели. И в 2016 году еще одна крупная разработка, это Playtika. 4,4 миллиарда долларов, друзья, был продан. Наша разработка из крупных третья, но на самом деле Synesis очень известен всему миру. Он входит в тройку самых крупных компаний, разработчиков. У него много филиалов по всему миру. И он известен очень большим количеством разработок для разных клиентов. В том числе, например, Минобороны России является тоже клиентом этого Синезиса. Я вам скажу маленькую деталь. Например, по заказу как раз Минобороны, вернее, по заказу российского правительства было полностью обеспечено программное обеспечение, да, видеонаблюдения московского метро. Представляете, то есть компания, она совершенно разные разработки производит, но из крупных мы их третья разработка. Ну, две проданы, третья будет скоро тоже продана. Это наше приложение GeoFamily. Здесь вы видите руководителя Синезиса, его зовут Александр Шатров. И он однажды на встрече с нашими партнерами, он выразил следующим образом. Мессенджер, ну он имел в виду наш, становится площадкой для бизнеса. Вот представляете, на самом деле наше приложение – это денежный мессенджер, я вам сейчас это докажу. Эта гипотеза подтверждается результатами китайского мессенджера WeChat. За 2015 год объем сделок в WeChat составил более 8 миллиардов долларов, а его капитализация 87 миллиардов. 1,5 миллиарда китайцев не могут ошибаться, сказал Александр Шатров. И мы в GeoFamily делаем то же самое, только лучше и в масштабах всего мира. Это я вам перевела его реплику для того, чтобы вы поняли, какой грандиозный сегодня проект мы создаем. Сегодня консультирует нас компания Google. Google – это компания, которая всем известна в мире, да, она одна из самых богатых компаний в мире. И сегодня она заметила, даже не сегодня, а в прошлом году, еще в январе, она заметила наш рост. Мы скачали, тогда был 1 миллион скачиваний, компания увидела это и, естественно, решила предложить нам сотрудничество Google. Представляете, компания сегодня уже много раз приезжала к нам в Synesis, нашим разработчикам, и консультирует наших разработчиков. В том числе она помогает нам раскручивать на своих ресурсах наше приложение, создавать нам бренд и, конечно, и продавать наше приложение, продвигать его. Вот здесь на фотографии вы видите наших директоров. Это Александр Владиславович Кочиновский и Валерий Остриков, Олег Николаевич Остриков, которые находятся как раз в Америке, в штаб-квартире Google в Пало-Альто, это май 2017 года, где они были приглашены на закрытую встречу руководством Google, где с одной стороны были разработчики, а с другой стороны уже потенциальные покупатели, и мы свой товар лицом представляли. Ну, то есть мы это наши директора, уважаемые. Вот. Так что мы сегодня, ну, наверное, под попечительством, я бы так сказала, этой крупной компании Google. Ну и давайте еще раз посмотрим, а что же мы сегодня создаем. Мы сегодня создаем популярный мессенджер, который на сегодняшний день не является не просто средством для общения, а здесь сегодня огромное количество сервисов и, естественно, очень уникальных функционалов в мире, которым аналогов нет. Конечно, мы сегодня и создаем рекламу и своими скачиваниями, и реклама у нас специалистами крупными в области рекламы, крупными компаниями мировыми осуществляется. И, конечно, наша задача его будет продать. Вот. То есть мы все 1 миллион довольных клиентов, и в том числе есть среди этих клиентов, как опять все будет весь мир пользоваться, но только часть людей будет на сегодняшний день владеть долей от клиентов.
этого приложения, от этого мессенджера. Вот в этом и уникальность. Никогда вы не были ни у Viber, ни у WhatsApp владельцами, совладельцами этого приложения, никто нам не предлагал. Здесь мы это с вами можем реализовать. Вот нас на сегодняшний день уже, это я сегодня посмотрела, да, и скопировала, 5 237 234 человека, пользователей нашего приложения. Мы уверенно двигаемся к цели, и скоро нас будет и 10, и 50 миллионов, и 100 миллионов, и это неизбежный процесс, он не может уменьшиться никак, он только будет увеличиваться и увеличиваться. Вот, друзья, я смотрю... Сейчас я расскажу юридическую схему проекта, и вот здесь, не знаю, куда у меня исчезли слайды, мне бы очень хотелось еще об одном сервисе рассказать, прежде чем перейду к схеме нашей юридической, я хотела бы с вами, вот не знаю, куда они исчезли, я расскажу еще об одном сервисе, который у нас открылся недавно. Этот сервис... просто уникален по своему вообще, по своей ценности, аналогов тоже нет ни в одном мессенджере. Это сервис Richland Bot. Это тоже сервис, который обеспечивает работу бота этого сервиса. И этот сервис, который позволяет нам с вами еще зарабатывать на рынке криптовалюты. Что это такое? Давайте в нескольких словах я вам расскажу. Это возможность сегодня получать точные сигналы от трейдеров мирового уровня. Мы сотрудничаем с очень крупной компанией Альпари. Там действительно высокого класса специалисты в этой области, которые каждый день посылают сигналы желающим сегодня торговать на бирже по точным сигналам. И сама суть этого сервиса в том, что человеку не надо обладать знаниями полными о торговле на бирже. Не надо сидеть целый день у компьютера и нервничать, делая какие-то, выполняя сделки на бирже. Любой человек сегодня, желающий это изучить, конечно, нам все равно познакомиться с этим рынком надо. Мы выставляем, тратя на это 10-15 минут в день, на то, чтобы... просто выставить этот сигнал на биржу, ордер на биржу, и сделка совершится уже без вашего участия. Представляете, как здорово. Вы занимаетесь своими делами целый день, а за вас сработала эта сделка, выставленная ботом. Естественно, это выставлена она ботом, но чтобы ее вам дать, было огромное количество вариантов пересмотрено специалистами-трейдерами, да, и из тысячи вариантов был выбран один. И несколько бирж, и много-много вариантов валютных пар было перебрано, чтобы нам дать очень точный сигнал. Друзья, сегодня это уже работает с 19 апреля, этот сервис. И каждый, кто меня сегодня впервые, может быть, слушает, подключайтесь, потому что это очень интересно. Почему? Потому что статистика за это время, вот прошло 3 недели, как торгуют, ну даже уже 4 недели, да, месяц, как торгуют наши партнеры, и очень хорошие результаты. То есть с 19 по 30 апреля были очень хорошие сделки, и с одной сделки зарабатывали наши партнеры от 5, 7, 8, 20 до 77 даже процентов прибыли за сделку. Представляете, это вот такие проценты, и это очень здорово. За последние 10 дней тоже статистика была 33%. Это, представляете, вы работаете, чем-то занимаетесь своими делами, а вам вот такие прибыли приходят. Причем, еще раз повторяю, это очень интересно. Почему? Потому что мы, не тратя время и особо не являясь специалистами в этой области, мы можем зарабатывать на бирже. И вот это очень здорово. Вот я сама точно так же новичок в этом деле, но я вижу, как другие зарабатывают, и тоже зарегистрировалась на бирже, начинаю торговать. Здесь есть еще интересная фишка, которая привлечет, наверное, внимание огромного количества людей. Это реферальная программа. На ней можно зарабатывать деньги, потому что услуга, конечно, платная. Она стоит на сегодняшний день $270. С 24 мая это больше будет стоимость. Это просто, так скажем, на старте такую дали возможность. Такая промо-акция, да, что $270. Это будет $285. Успевайте.
кто еще не оплатил, успевать по низким ценам. Можно оплатить сразу за несколько месяцев или даже за год. Вот. Что эта реферальная программа дает на 10 уровней? Она дает возможность заработать, давая информацию об этой услуге огромному количеству своих знакомых и друзей, кому это интересно. Так что, друзья, приглашаю вас разобраться с этим новым сервисом. Я уверена, что это просто привлечет внимание огромного количества еще больше людей и Marketspace, и наш вот этот Richland Bot сервис. И еще у нас есть кэшбэк-сервис, тоже там вы можете зарабатывать, просто покупая любые покупки во всех магазинах, которые приведены там в списке в нашем кэшбэк-сервисе, это возврат денег на ваши покупки. То есть от 2 до 48% вам обеспечен возврат денег на покупки. Согласитесь, это здорово и очень удобно. И все это в нашем мессенджере. И умный кошелек, и блокчейн-технологии, и все остальное, что я вам перечислила уже, это лицо нашего мессенджера, который будет использовать весь мир. Ну а мы с вами переходим к тому, что, собственно говоря, является главным сегодня в нашей встрече. А как стать совладельцем этого приложения и получить долю от прибыли. Потому что мы с вами являемся в истории человечества первым таким проектом, аналогов нам нет, когда любой человек может стать инвестором. Итак, давайте переходим к следующей теме. Да, еще юридическую схему расскажу в 2 словах. Кто сомневается в том, что это все защищено, или там юридически, или финансово, на самом деле, вот здесь вы видите юридическую схему, и здесь все абсолютно оформляется в собственность. Все пакеты акций, о которых мы сейчас будем говорить с вами, они оформляются в собственность. Сегодня головным офисом компании международная является E-Investment Holding SA, это Швейцария, он зарегистрирован в Швейцарии, представляют это разработчики и администрацию проекта. Мы же инвесторы проекта, живем в разных странах мира, и сегодня решили просто поучаствовать в этом, купив тот или иной пакет акций, и, естественно, тоже будем участвовать в разделе прибыли. Мы 49% иметь будем инвесторы проекта, но 51% будут иметь разработчики и организаторы проекта. Мы создали фонд инвестиционный, он зарегистрирован на Мальте, и этот инвестиционный фонд в виде открытого акционерного общества владеет 100% уставного капитала компании GEM4Me Holdings Ltd. Она тоже зарегистрирована на Мальте, и именно эта компания является владельцем интеллектуальных прав на мессенджер GEM4Me. Все средства, которые мы вкладываем, а каждый из нас покупает тот или иной пакет акций, они идут на 4 основных направления инвестиций. Первое – это разработку. Второе – это в продвижение, в рекламу. Третье – у нас есть реферальная программа, партнерская программа, о которой я немножко расскажу, и на административные расходы. Полностью отчетность перед всеми банками, и поэтому мы оформляем свои пакеты акций в собственность, получая сертификат на руки и включает нас в реестр акционеров. Так что, друзья, здесь все и прозрачно финансово, и юридически защищено. По этому поводу переживать не надо. Ну а теперь информация для тех, кто все-таки дождался этого момента, а как зарабатывать не просто много, а очень много. Сейчас задайте себе вопрос, сколько денег вы хотите получить? Я думаю, что много денег не бывает, и у каждого свои аппетиты, и мы сейчас как раз посмотрим, а как можно заработать с нашей компанией. Для этого, конечно, надо купить пакеты, я уже говорила, и стать совладельцем нашего приложения. Конечно, наше приложение будет продано, однозначно продано. Вопрос даже не стоит, будет оно продано, не будет оно продано, вопрос стоит, за сколько. Но минимальная цена, которая она была еще определена в 2014 году, это 12 миллиардов долларов. Планируемая выручка от реализации проекта. Выпущено всего вот этим нашим мальтийским фондом, GEM4Me Investments PLC, 4 миллиона акций. И, конечно, 2 почти миллиона, это 49% будет распределяться между инвесторами проекта прибыль. И если мы с вами посчитаем, а сколько же может стоить при продаже наша одна акция, окажется, ну, это элементарно считается, стоимость делится на количество акций, прогнозируемая стоимость одной акции 3000 долларов, друзья.
Представляете, 3000 долларов. А сколько же сегодня стоит одна акция? 67,5 долларов, друзья. 67,5 долларов одна акция стоит, а будет она продана за 3000 долларов. Посчитайте, пожалуйста, процент доходности и удивитесь. Такого никто вам еще не предлагал. Конечно, по одной акции не продается. Естественно, продается пакетами. И здесь на этом слайде вы видите эти пакеты. Посмотрите, пожалуйста, эти пакеты. Самый небольшой, он для малоимущих пакет составляет 135 долларов. Там две акции, да. Пакет БИС для тех, кто хочет больше акций. Там 6 акций он может купить за 405 долларов. И премиум пакет 18 акций стоит 1215. Но вот поверьте мне, из практики я говорю, потому что огромное количество людей, уже являясь инвесторами, они покупают самый большой пакет, потому что он самый выгодный. Несмотря на то, что он 54 акции, но стоит он 3240. То есть цена его 60 долларов, а не 67,5. И этот пакет именно поэтому привлекателен для огромного количества людей. Вот вы эту табличку потом можете в записи посмотреть, внимательно поизучать. Проценты доходности мы видим от 5000%, друзья. Я думаю, что такая процентовка, наверное, порадует абсолютно любого человека и привлечет внимание абсолютно любого человека, кто хочет сегодня получить сверхприбыль на таком доходном трендовом рынке. Ну и, конечно, я вам говорила, что здесь есть реферальная программа, которая позволяет нам каждый день зарабатывать. Мне многие говорят, ну что, я куплю вот эти акции и сидеть буду, да, долго там ждать. Нет, на самом деле никто не сидит и не ждет, кому сегодня нужны деньги. Мы каждый день зарабатываем на реферальной программе, и если вы по вашей рекомендации кто-то, знакомый, друг или там родственник купил пакет, вы получаете личную премию сразу от 19 до 600 евро. Здесь командная премия также платится, и эта премия, она 100 евро за 900 баллов, бонусов, да, вот. Что это такое? Это процент просто за каждую покупку в вашей сети. Естественно, если ваши знакомые тоже кого-то пригласят, а те тоже кого-то пригласят, да, это будет огромная сеть однажды по всему миру, не только в России или там в другой стране, и поэтому, конечно, за каждую покупку вам платится процент. То есть за каждую покупку начисляется на количество баллов. Как только 900 баллов схлапывается у вас один шаг, вам платят 100 евро. Как правило, это быстро, первый месяц уже бывает там 100, 200, там 300, у некоторых даже и до 1000 доходит, кто активно работает. Ну и постепенно человек увеличивает этот приход, да, командной премии до нескольких тысяч в месяц. Но мне больше всего нравится здесь премия в акциях. Представляете, нигде, ни в одной компании никогда не дарят пакеты акций. А здесь вы получаете 50% от личных рекомендаций. Если вы получили 54, купили акции, и этот же пакет за 54 акции купил инвест-пакет ваш знакомый, то вам 27 акций, друзья, представляете, стоимостью 3000 долларов каждая выплатит в виде вознаграждения. Это просто удивительно, но у нас очень многие люди уже имеют не один десяток, не одну сотню, даже не одну тысячу акций благодаря зарабатыванию этих акций на именно рекомендациях. Ну и, конечно, тот, кто по карьерной лестнице поднимается вверх, каждый раз получает тоже энное количество акций в зависимости от статуса карьеры, что тоже удивительно и очень здорово. Так что присоединяйтесь, всему научим, покажем и расскажем, как это делать. Ну, а здесь на этом слайде вы видите за неделю наши партнеры сколько зарабатывают. Конечно, вот здесь очень много вы видите из Токио, да, то есть партнеров Токио, Токио, Токио. Что это такое? Сегодня там просто бум идет. На самом деле у нас по всему миру присоединяются партнеры-инвесторы, но сегодня просто бум в Японии, потому что они там прямо на биткоины покупают наши акции, пакеты акций, причем самые большие, и они очень быстро зарабатывают свои деньги. Посмотрите, до 8000 евро в месяц, ой, в месяц, это недельные доходы, иногда и 15, и 20 получают партнеры. Вот такие доходы можно зарабатывать в нашем проекте. Сегодня, как горячие пирожки, они раскупаются, наши акции в Японии, в Китае, в Вьетнаме, в Корее,
в Индии и во многих странах мира, то есть огромная команда у нас и в Канаде, и в Америке, так что весь мир уже у наших ног. Что я хочу сказать, вот мы выпустили сегодня на ICO, выпускаем токены, наши криптоакции, наши электронные акции. И сегодня у нас идет тоже в компании акции, где вы можете это получить в подарок. Представляете, то, что другие будут покупать на ICO, это очень дорого будет стоить, пакетами большими там будут покупать за несколько десятков тысяч долларов. Мы с вами сегодня получаем в подарок от компании, и это только промоушен. Его продлили до конца мая, друзья. Поэтому, если вы сегодня хотите получать еще, кроме акций, купить акции и получить в подарок эти токены, успевайте, потому что очень короткий срок, вот возможностей таких, эти токены будут расти, почему их скупают по всему миру, будут скупать, это ясно, они будут расти в десятки и сотни раз. И, естественно, потом их можно будет продать с такой большой прибылью для себя. Это будет не меньше, чем продажа акций. Вот чем интересны эти токены. Ну и здесь вы видите, что если вы покупаете пак «Большой инвест», да, вы получаете дополнительную премию в размере 10% в виде товарных токенов. Если остальные пакеты, то только 5% от суммы полученных акций. То есть вы сами увидите, сколько количества токенов вы получаете. Но это подарок, друзья, и это здорово. Итак, сколько мы с вами хотим денег, друзья? Вот очень хороший вопрос. Сколько денег хочешь ты? Естественно, каждый говорит много. Но для того, чтобы их зарабатывать, конечно, нужно действовать. И я приглашаю вас в нашу дружную международную команду для того, чтобы зарабатывать такие деньги. И вот напоследок я хочу привести вам два примера людей, которые реальных людей, которые здесь, на этом рынке, вот в этом случае, которым расскажу, в калифорнийской школе, где были выпускниками два стэнфордских студента, которые создали Snapchat. Вот недавно этот Snapchat был продан в прошлом году за 24 миллиарда, 2/3 только на IPO они вышли и продали 2/3 только своих акций, представляете, за 24 миллиарда. Это просто приложение, в котором нет таких удивительных функционалов, как у нас, представляете? Вот. И они учились в калифорнийской школе, и вот попечительский родительский совет еще в 2012 году, когда они только начинали это создавать, они решили поддержать своих выпускников и собрали 15 тысяч долларов. Конечно, они тоже участвовали в сделке, конечно, они тоже свои акции продали тоже 2/3, и на 10 тысяч практически, которые они продали, они получили 24 миллиона долларов, друзья. Представляете, вот эта сделка действительно века, потому что они получили, простые родители, простые, абсолютно никем, ну, неизвестные, да, нигде. Это люди, которые поддержали вот эту разработку, они получили 240 тысяч процентов доходности. И это здорово. И совершенно противоположный пример, когда один из учредителей Apple, владелец 10% акций Apple компании, когда она еще была в гараже, он не поверил как раз в будущее. Вот родители поверили, а Рональд Дуэйн, он не поверил в то, что когда-то сможет он приумножить свои денежки вложенные. Он взял и продал 10% акций за 800 долларов, друзья. Представляете, вот такой необдуманный поступок, который привел его к потере. На сегодняшний день его доля бы составила 75 миллиардов долларов. Почему я это говорю? Потому что на самом деле из 4 миллионов акций, которые мы выпустили, осталось 300 совсем с небольшим тысяч акций. И еще раз повторяю, они очень быстро раскупаются. Успевайте. Вы счастливые люди, кто сегодня сидит меня слушает. Потому что на самом деле вы знаете уже эту информацию и можете ей воспользоваться. В отличие от тех людей, кто еще не услышал ее и может никогда и не услышит. А вы услышали это благодаря тем, кто вас сюда пригласил. Пожалуйста, обратитесь к тем, кто вас пригласил на эту встречу, и спросите, а с чего начать, где получить реферальную ссылку, как, что сделать для того, чтобы стать партнером-инвестором нашего этого удивительного международного проекта. Мне очень понравились тоже слова Билла Гейтса: если вы родились бедными, это не ваша ошибка, но если вы умрете бедным, это уже будет ваша ошибка, друзья. Так что у нас есть возможность. Она приходит нечасто. Шанс такой, я не знаю, наверное, в жизни он один раз случится в жизни человеку. Если вы им воспользуетесь, значит,
получите то, что вы хотите. Осуществление всех своих целей и желаний финансовых. Ну, а не воспользуйтесь, значит, не воспользуйтесь. Это тоже ваше право. И вот Роберт Киосаки, опять его же высказывание, люди, которые отказываются открыть свой разум для новых стратегий, редко становятся богатыми. Конечно, можно исправить ошибку бедности, и это делают очень многие люди. Одни много работают, я знаю, на трех, на четырех работах пытаются работать, вообще личной жизни никакой. Можно построить свой собственный бизнес, но сегодня я наблюдаю огромное количество людей, которые владеют бизнесом, у них просто ступор. На самом деле бизнес стоит, и он не приносит тех денег, на которые рассчитывали создатели этого бизнеса. Но сегодня есть возможность заработать на волне роста стоимости новых технологичных продуктов. Это волна краудфандинга, это мессенджер, это ICO. Это то, что предлагает нам сегодня и всем вам этот проект. Ну, а насколько мы прозорливы, насколько мы готовы принять эту и впустить возможность в жизнь, ну, покажут ваши действия, а соответственно потом и ваши результаты. То есть сегодня надо просто быстро действовать. И выигрывают сегодня не умные, а быстрые. Тот, кто раньше узнал, тот и выигрывает. И кто быстрее принял решение. И, конечно, выигрывают такие инвесторы, как вот та калифорнийская школа с суммой инвестиций в 15 тысяч, которая заработала 24 миллиона. И сделали вовремя инвестиции в этот венчурный проект. Я всем вам желаю удачи. Я заканчиваю свою презентацию и хочу пожелать каждому из вас сделать свой старт новую жизнь с Джемом, с нашим приложением, с нашим детищем, которое мы любим. Я честно вам скажу, я очень горжусь, что я в этой компании, потому что мы все с вами попадем еще в аналы истории и будем считать себя участниками грандиозного мирового проекта. Весь мир будет пользоваться этим, но только десятки тысяч человек станут совладельцами, друзья. Так же, как это происходило всегда во всех технологических революциях. Кто успел, тот смог. И смог стать финансово независимым, сможет создать свой капитал, семейный, фамильный капитал. Ну а будете ли этим человеком вы, решать только вам. Все решения в жизни зависят, а соответственные результаты только от наших решений, да? Вот. Поэтому я желаю вам удачи и воспользоваться этой информацией, так же, как воспользуются ими уже огромное количество людей во всем мире. Всего доброго, с вами была Елена Гиль, до новых встреч!